дорогие друзья, вот сегодня отправляю вот эту коляску Майера МЦ-2. Эта коляска у нас идет для человека с диагнозом СМА. Очень слабые ручки, и клиент попросил этот пульт сделать более нежным, более чувствительным, чтобы при малейшем нажатии мы могли управлять коляской, потому что здесь, да, он и так чувствительный, но особенность этого диагноза то, что кисти рук очень слабые, даже вот это вот движение будет трудно даваться. Поэтому мы взяли старый пульт и на нем, так скажем, тренируемся. А именно, вот я его разобрал, именно сама жесткость вот этой вот самого пультика отвечает вот эта пружинка. Ну, я пошел по самому простому варианту, я ее просто вот так вот подкрутил, и пультик стал гораздо легче управляться. Вот сейчас я как бы не знал, как это делать, но сейчас я уже разобрался в этом и буду работать уже над этим пультиком, уже на новой коляске. Тимур, Александр, в общем, коляску мы упаковали, джойстик я, одно колечко пружинки уменьшил, теперь он более чувствительный, но по опыту могу сказать, сильно уменьшать джойстик не стоит, потому что в процессе эксплуатации он разбалтывается, так что я с пружинки снял только одно колечко, чтобы не разболталось. В общем, документы вот здесь, также вот в такой вакуумной упаковке вот здесь лежит зарядное устройство, здесь все документы, которые необходимы. Предварительно мы упаковали в стрейч, сейчас еще в транспортной компании упакуем в палет-борт. Ну и сегодня вы получите трек об отправке этой коляски. Добрый вечер, дамы и господа. У нас сегодня очередная отправка коляски в Ямало-Ненецкий автономный округ, город Надым. Колясочка нашему клиенту Майра IHR MC2. Она готова к отправке. Сейчас будет производиться загрузка коляски в автомобиль. Никак у меня не получается развернуться. Экспериментируем с новой погрузкой через боковую дверь. Да, коляска узенькая. Это ее преимущество. Ну вот, коляска готова к отправке. Да, город Надым, Тюменская область. Далеко. Транспортная компания «Деловые линии», идет процесс выгрузки и отправки. Коляска стоит на тормозах, упакована, в общем, готовится к отправке. Спасибо, друзья, что вы рядом. Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь. Всего хорошего. Матвеев Александр.